Готово, так. Так, сегодня старый день. Амар, ты? Мухаммали. Мухаммали, ты Мухаммали. Усман. Я тоже буду запрыгивать. Встали на шпагат. Шпагат, просто на шпагат встали, растягивай максимально. Мы не скажем, но покажем свою подготовку, там свою готовность. Приготовить. Кто время засыпает? Имам Шафи и Усман. Усман берется 26 февраля. Галата. Имам Шафи 15 января. Абу-Даби. Вес разный? Чуть-чуть разный, да. Сейчас он не одноклассники. Давай, приготовим. Я в этом. Жестко. Я в этом не замешан, брат. Я не поддерживаю. Бал снят. А? Бал снят. Ну, первое, сразу же нельзя бал снимать. Замечание жесткое. Жесткое замечание, дайте Усман. My single greatest fight is one-on-one with myself. You ask, who do I fight? Can I win? I will win. Gorilla, power for your greatest fight. У меня назначен бой на 26 февраля, соперника еще не определили. Иншаллах, после боя моего старшего брата Умара, 23 января, после боя Умара, 24 мы вылетаем в Америку, в Коннектикус, и потом оттуда вылетаем или в Сан-Хосе, или в Вегас, это уже потом там определим, где будем дальше проходить тренировочные сборы. Хорошо, босс, хэдэ, шоке. Работа идет. Не работает, не борется боль. Я считаю, что надо больше бороться. В памятях надо больше бороться. Конечно, и без ударки, конечно, и не то, но когда ты больше устаешь. Надо бороться, надо работать. Надо нагружаться, надо выкладываться. Троечка я ценю. На этот дебют подготовка уже в течение года почти что идет. Поэтому каждый раз отменялся. Три раза уже я был на пике, и три раза отменялись бои. Что бы ни произошло, наверное, это к лучшему. Значит, так надо. И, конечно, на дебют настрой боевой. Будем готовы. И покажем то, что сможем. Пойдем в ринг и заберем свое. Неплохо. Просто после Хаби всегда тяжело бывает. После его борьбы. Ну что, планы какие могут быть? Мы же сейчас прилетим. Будем для ребят, которые 15 числа выступают в Абу-Даби. Для них еще 1-2 дня они прилетят, делают спарринг. Потом уже последняя неделя до боя уже пойдут на спад, тренировки. В основном с гонка веса. А Умар будет где-то до 15 числа будет пахать. Спарринги, все как обычно, 100% нагрузка. А потом после 15 уже пойдет спад где-то за 8 дней до боя. Начнется уже с гонка веса, и еще спад таких спаррингов. Бегом, садись сюда.
12 хочешь спарринг делать? Я же могу бороться. Конечно, и надо бороться. Постоянно атака. Преимущество хотел. Это неуважение. Соперник, когда ты... Начали! Маленьких концах делаешь спарринг? Или в кентусах? Или вы должны на равных условиях быть? Если соперник 16, ты 12, это как минимум неуважение к сопернику. Ты не бережешь его здоровье.